будет у нас медведи Берегие. Здесь я налог годовой за квартиру платила. Здесь я получала свой адрес, номер этаж. Так что вот так вот выглядит это здание. Всем привет! Привет, YouTube! Солнечный привет из Мерсена, друзья мои! Суббота, 30 декабря. Погода чудная. Солнышко светит. Пол первого дня. Закончились курсы. Иду домой. Иду пешочком. Обычно меня ребята подвозят, потому что они забирают с гимнастики Миланку, Маруську и заодно меня подвозят. Но сегодня, так как вчера у нас был концерт, девочки-гимнастки устраивали для родителей концерт, показательное выступление, поэтому сегодня тренер Марусю Милану отпустил с тренировок. Ну, то есть, как бы девочки отдыхают. Миланка сейчас у нас тусит. Вот. А я вот была на курсах. И буду идти домой. Хочу зайти в магазин и купить плавленый сырок. Вы знаете, вот у нас есть плавленый сырок «Дружба», да, в наших странах. А вот в Турции, я не знаю, есть ли такой пирог, сырок или нет. Потому что я умею готовить закусочный пирог. Вот такой вот вкусный. И для этого нужен именно плавленый сыр. Прошел прямой эфир, друзья мои. Мне понравился. Мне очень понравилось. Сейчас прикреплю видео, как девчонки помогли мне его организовать. Спасибо им огромное. Гляньте, друзья мои. Хозяйка с кровати, а кот в кровать. А потому что я сплю с Шанелькой, а Тишулечка спит в гостиной. Вот такой вот мальчик любимый. Мальчик любимый. Вот такое доброе утро. За окном солнышко. Буду завтракать. Вкусный кофе с молоком и сахаром, наивкуснейший свежайший хлеб, оливочки у меня, оливочки гриль, друзья мои, очень вкусные. Рекомендую, если вы будете в Турции, попробовать именно такие гриль-оливки. Помидорки черри, ну и, конечно же, красная рыбка. Доедаю. Осталось еще 3 филешки у меня. И вот с такими роскошными видами я буду завтракать. Всем, кто сейчас кушает, приятного аппетита! Я в Эстонии столько много денег тратила на всякие лазилки, на всякие домики для своих котов. Очень-очень они мне бюджетно обходятся. Посмотрите, вчерашний плед, упаковка картон, дерут ее, спят на ней, по очереди причем, что Тиша, что Рыжик. Так что все замечательно, друзья мои. Вот плед, кстати. Очень комфортно на нем лежать, очень. Я все еще завтракаю, друзья мои. Не прошло и 5 минут. Уже смена картинки, видите? Как мне не скучно жить. Тиша подошел, прогнал Рыжика. И теперь сам на этой картоночке. Сам на этой картоночке будет. Вышло мое видео. Смотрите. Король Рыжик. По очереди на этой фанерке или как это называется, картонке, по очереди с Тишей. Ребят, отвлекаюсь. На стамбульскую мечту. Друзья мои, пришла Александра
и помогает мне вывести на экран донатики. Так мило, с таким котиком. Посмотрите, как это будет. Вот так вот, девочки, мне все помогает. Девочки. А здесь на экране у меня будет завтра на стриме вот такой вот снег и елочка, и я там буду сидеть. Красота, да, девчонки? Да, очень красиво. Видите, друзья мои, Александрочка мне помогает, делает мне донатики на компьютер. Наташенька вот так вот легла на мое место, хотела сказать, на мое рабочее место. Ну круто на пледике, да? Вообще, мне тоже так нравится. Так что вот так вот, друзья мои, готовлюсь к стриму. А ты моя красавица, а ты моя красавица, ты моя девочка. Видите, друзья мои, ой, работаем, работаем, завтра уже будем в прямом эфире. Красота такая. Не будем, а будешь. Будешь, а ты будешь моим модератором. Да. Нормально, как обычно. Просто обычно дневной свет. Готовимся. Готовлюсь. Готовлюсь. Посмотрите, вокруг провода. Все. Натюрель, натюрель. Там вы у меня. Как это? Как все молодежь делает? Вот так вот. Вот так вот. Я вас всех люблю. И вкуснятина такая на столе. Да, Света, спасибо. Группа поддержки. Моя группа поддержки. Да, мне кажется, мы тебе дорого обходимся. Нет? Ой. Такая ты смешная. А ты уже включила мне прямой эфир, Сашенька? Ничего. Нет? А то мы тут уже... Все готово? Да. Все, включаем. До мастерские прохожу. Так шумно здесь. А впереди, друзья мои, мы видим с вами горы. Эти горы я вижу со своего окна. И там же деревня, где учится моя Маруся в школе. Эта дорога параллельно находится трассе D400. И мы с вами дойдем по этой дорожке до перекрестка, где магазин Гроссери. Зайдем туда, может быть, там есть плавленый сыр. Маруся так сдружилась с Александрой и с Наташей, что пригласила их тоже на показательные выступления. И девчонки с удовольствием дорогу перехожу, друзья мои, дорогу перехожу. Девчонки с удовольствием пошли к ней на выступление. Видео прикреплю. Вечернее время, такая подсветка, такая красота. Мы на месте, короче, мы на месте с девчонками. Пришли, опоздали на 10 минут, а оказывается, это не мы опоздали. Это мы еще ждем с родителями. Ну вот, мы зашли. Смотрите, какая красота нас тут встречает, родители. Так, сейчас мы присядем.
Пришли мы с соревнований, друзья мои. Что же нам подарили? От клуба мне подарили такую конфету и, как называется? Я думаю, что это емкость для завтрака. Можно брать в школу, например, фруктовый салат порезать. Ну, такой контейнер. А что в контейнере? Полотенце с мадам Коко. Ой, ну вообще супер. А полотенчики на тренировке нужны, да, Маруся? Да. Вы руки вытираете, потому что они у вас потеют, или предметы вытираете, мячик, да? Угу. Круто. И потом мы с девочками играли в Тайного Санту, и мне девочка подарила пазл. Блин, ну классно. Друзья, мы смотрите, какой слон. На 1000. Ой, ну все. Марусь, ты довольна сегодняшним выступлением? Нет. Нет. Маруся, ну ты шутница. Самое главное, это мы забыли показать. Посмотрите, какая медалька. Какая медалька. Милая. Мне так нравится. Я вообще люблю медальки. Красота. Да, Шанельчик? Красота. Красивое какое дерево, да? Такое впечатление, что листочки вообще как будто искусственные. А это настоящее дерево, такое вот роскошное, роскошное. Я могу перейти дорогу по мосту пешеходному, подняться на лифте или на эскалаторе. Ну, я пойду, вон впереди уже магазин гроссери видят. Там перекресток, по светофору перейду дорожку. Подписала на свой канал свою учительницу, учительницу турецкого языка. Так что она теперь моя зрительница. Привет тебе! Я ей сказала, что я иногда ставлю видео с уроков. И сегодня не исключение. Сегодня была тема про время, про часы. Ну, в принципе, цифры мы уже изучили. Но со временем немножечко там посложнее. Ну, я думаю, что запомню. Benim burada gördüğüm tam saat. Burası eğer 15'in üzerindeyse çeyrek. Saat 2:15 geçiyor da derim. Şunu da derim. Saat 2 çeyrek. Geçiyor. Bak, ikiyi buraya geldi. Çeyrek geçiyor. Aynı. 2:15 geçiyor. 2 çeyrek geçiyor. Aynı saat demek. Saat. Evet. 8. Kaçın üzerinde küçük? 8. 8. Yazalım. 8. 8'i kaç geçiyor? Çeyrek geçiyor. Çeyrek. Ya da 8'i 15 geçiyor. Şöyle de diyebilirim. Saat 8'i 15 dakika. Bakın burada 15'ten sonra dakika vermedim ama verebilirim. Saat 8:15 dakika geçiyor. Bu üçünün cevabı aynı. İstersem saat 8'i çeyrek geçiyor. Saat 8:15 geçiyor. Ya da saat 8:15 dakika geçiyor deriz. Örnek. Evet. Şimdi örnek ver. Dört. 11'i
geçiyor. Geçiyor. Bakın, dört nerede? Şurada. Biz kalkıp 12'ye 56 dakika var demeyiz. Hangisi yakınsa o tarafı söyleriz, tamam mı? Kalkıp yani şöyle. 12'ye 56 dakika var. Bu çok zor. Yani bunu böyle demiyoruz, tamam mı? Bu yok. Çünkü çok uzun, kısa olan. 11'i 4 dakika geçiyor. Doğrusu bu. Hep sen söyleme. Bunlara da yazık. Svetlana, saat kaç? Dört dakika gidiyor. Geçiyor. Geçiyor. 8'i 24 dakika. Geçiyor. Geçiyor. Aferin. Спасибо. Hey am. Uyanıyor, sus. Aha. Svetlana, sabah kaçta uyanıyorsun? Benim sabah... Ben sabah... Sabah... Altı. Altıda... Altıda... Kaçta? Altıda. Altıda... Yanlış yorsun. Sen yorum. Ben yorum. Uyanıyorum. Sen yani Svetlana derken seni kastediyorum. Sen sabah kaçta uyanıyorsun? Bu sen demek. Ben sabah altıda uyanıyorum. Uyanıyorum. Maria. Okula kaçta geliyorsun? Okula onda kaçta dediğiniz için onda geliyorum. Здесь находится склад сайта Getir. Доставка. Если вы заказываете на этом сайте, то вам будут доставлять. Или на машине привезут, или вот на мотоцикле. Вообще, что мне надо? Но если только я буду готовить спагетти себе, то мне можно купить пару перчиков. Потому что шампиньоны у меня есть, лук-порей есть. А, еще помидорчики у меня закончились. Помидорчики у нас здесь. Цены. Вот 57 лир килограмм. И... Вот такой вот стаканчик черри 15 лир, я правильно поняла ли? А нет, это лимон, друзья мои, лимон стоит. Не знаю, сколько такие маленькие стаканчики стоят. А, вот здесь килограмм 34 помидоры. И вот бардак, стакан 19,90 стоит. Так что, такие вот цены.
Так, а мы идем сыр с вами. Груз или сыр, посмотрим сначала. Мне, кстати, приправа закончилась для картошки и для курицы. И я давно не могу ее найти, эту приправу. Зато красный перчик, вот это очень вкусный, ароматный здесь есть. Приправу не вижу, друзья мои. Как-то я привыкла. Так, что у нас здесь? О, видите, как здесь яйца дорогие в Брюсселе вообще? Смотрите, сейчас со скидкой 53. Со скидкой, кстати, яйца. Везде уже давно 64 яйца, 15 штук. Вот, видите, оказывается, бывают в Брюсселе скидки. Колбаска меня не интересует. Меня интересует плавленый сыр. Ну, вот смотрите, какие здесь есть. Здесь есть вот в таких вот упаковочках треугольнички. Я брала, только не помню, какую фирму. По-моему, я такую или вот эту я брала. Вот эту я брала и делала, насемитно намазывала. И вот такая коробочка стоит 1 евро. Сколько здесь грамм? Надо узнать, потому что в пирог идет 4 плавленых сырочка. Так, а сколько здесь грамм? Надо разобраться. Сейчас буду разбираться. А так больше все в основном в упаковках. Их не натрешь на терке. Видите, я не вижу такого вот. Может, вот это классический? Может, вот это плавленый у них на классик. Может, вот это такой мягкий. Может быть, это у них плавленый сыр считается. Друзья мои, кто живет в Турции, можете подсказать? Мне нужен сырок «Дружба». Как он выглядит в Турции? Это уже масло, я вижу, тоже масло. Там уже идут сливки. Так, есть творог. Очень соленый творог. Здесь уже сладкие сырочки. Маргарин бутербродный. Творожки. Так, это не то, не то, не то. Так что возвращаемся. Будем смотреть. Это твердые. Это не то. Это не то, друзья мои. Так. Нужен плавленый сыр «Дружба». Короче, наверное, возьму я вот такой вот. Либо вот этот он подешевле. Наверное, вот этот. Смысл один и тот же. Натереть. Главное, чтобы он не был очень соленым. У нас алкогольный отдел. Я возьму себе бутылку вина. Вот такой вот белый взяла за 116 лир. Это сухое вино, турецкое. Очень приятное. Я обычно покупаю красное. Но мне почему-то хочется на Новый год белое. Еще у меня есть водка. Вот такая вот турецкая. Ну, я посмотрю, если я выйду в прямой эфир к вам на Новый год, потому что у меня многие зрительницы будут одни, и, может, для них специально я выйду, чтобы с ними пообщаться, поэтому буду кушать вкусный пирог. Я взяла, кстати, и яйца взяла, и лук для этого пирога взяла. Тесто дома у меня есть, я использую готовое слоеное тесто, ну, потому что зачем придумывать велосипед, если все можно купить в магазине. Так. Зрительницы, по-моему, Татьяна спрашивала, сколько стоят фисташки. Вот, друзья мои, фисташки стоят 160-180 грамм. Такие цены. Еще есть 180 грамм за 78 фисташки. Вот такие вот цены у нас на фисташки. Кстати, я знаю, очень вкусный салат со свеклой. Туда используется вот этот орех грецкий. Можно приготовить было бы с чесночком.
А еще у меня пачка макры. Кто-то спрашивал, так, что такое макры? Это крабовые палочки, друзья мои. Так вот, можно приготовить с рисом салат, и нужно купить баночку кукурузы. А я ни разу в Турции не покупала кукурузу. Ой. Вот интересно, какая она на вкус. Напишите, пожалуйста, кто покупает и какую кукурузу. Мне нужна сладкая. Смотрите, друзья мои, кто ищет, тот всегда найдет. Пока я выбирала кукурузу, поворачиваюсь, и вот моя приправа, которая мне нужна. Смотрите. Сейчас главное не забыть. Вот картошку по-деревенски. И фри раньше жарила на сковородке. Я вот добавляю такую специю. Очень классно. Еще мне нужно гриль. Приправа гриль. Но это немножко, наверное, там табук. А вот табук, вот она приправа. Такие цены 19,90. Замечательно, очень удачно я развернулась. А вот еще бульонные кубики, если кому интересно, тоже они продаются в Турции. Такие вот приправы тоже есть. Главное, кукурузку не забыть. Возьму вот эту баночку, попробую. Вдруг все-таки салатик сделаю на Новый год с рисом, с кукурузкой, с макрой. Еще не решила просто, что буду готовить между нами девочками. Ну, Маруся, закажем пиццу. Я уже говорила на прямом эфире. Так, а вот смотрите, целый прилавок со специями, с орехами, друзья мои. Может быть, здесь тоже можно купить орешки. Вот. Татьяна, вы спрашивали. Ваш балдук. 649 стоит килограмм фисташек. А такие вот цены. 20 евро килограмм фисташки стоят. Цены очень поднялись. А эти вообще по 774 фисташки. Компания, а вот тут ассорти. Ну, мопеды, да. 389. Тут разные кешью, фисташки, миндаль. Да, а это вообще по 189. О, по 129. Там семечки. Это секьюри дарим. Что вот такие вот сладости еще здесь есть. Лукум. Если кто-то на подарочки любит вести. Какая красота. Ну, один раз покушать можно, но я люблю все-таки наш шоколад. Вот средства гигиены для женщин. Возьму, попробую. Никогда не брала вот эту фирму. Цена мне нравится. 20 штук, 44,90. Вот эти вот натуральные, очень хорошие. Тоже сейчас со скидкой 43,90, 18 штук. Тут есть и 16 штук ночные. Так что я считаю, что хорошие цены на средства гигиены женские. Наташенька, ты забыла у меня посмотреть про вот эти салфеточки, которые добавляются при стирке. Вот они, такие вот салфеточки, чтобы не красились вещи. Очень хорошая цена, 24,20. Это в гроссере такая цена. Сразу покажу вам юмус, ополаскиватель, очень классный. Смотрите, какие цены, 85,50, да? А мы с вами вот такой вот розовый со скидкой в шоке купили за 50 лир. Так что вот, в бюджетных магазинах иногда вот это все гораздо дешевле. А вот это средство вообще волшебное, если вы куда-то летите на отдых. Вместо утюга возьмите вот это средство. У меня вот розовый аромат, вот этот. Это вместо утюга. Просто берете, наноситесь. На вешалке висит ваше платье или футболка. Вы брызгаете этим средством, приятным ароматом. И через 15 минут ваша вещь уже как будто ее погладили. Очень удобно. А еще можно купить вот такой вот лаваш тоненький, да? Вот здесь много разного. И сделать очень вкусную закуску. Смотрите, как я это делала в Эстонии, можно ее здесь сделать. Берете этот лаваш, намазываете плавленным сыром, ну, с любым ароматом. Но в Таллине я брала меревяек, например, с креветками, если я рыбку, из рыбки делала лаваши. Ну, короче, здесь такого я не видела аромата. Просто плавленым сыром. Потом выкладываете листья салата.
и рыбку. Также вот так вот раз. Ну, буквально две полоски рыбки красной, да. И заворачиваете все вот это, заворачиваете и ставите в холодильник. И через 2 часа вы уже вот так вот режете. Тут, ну, такой батон будет, да, режете. И вот такие вот будут у вас закусочки. Очень вкусные. Можно сделать с ветчиной. Тогда то же самое, только добавляется не рыбка красная, а вот так вот ветчина выкладывается. Вот вкусная закусочка. Что у нас тут по ценам? Я все хожу, смотрю, что мне для холодца надо. Тут цены такие космические, 400 лир, 300 лир. Я, короче, мне что-то уже дурно. Я так вообще расстроилась, что с Нового года вырастет минимальная зарплата до 17 тысяч лир. Люди, конечно, турки, конечно, довольны, потому что цены растут, а зарплата была 12 тысяч, а сейчас будет 17. Но для меня это очень грустно, потому что я удрала из Эстонии, где сумасшедшие цены, да? И как бы, куда мне теперь удрать? Вот. Пойдемте, я вам покажу рыбку. Рыбку покажу вам. Для лавок с рыбкой. Какая-то рыбка есть. Вот какая-то такая есть. Фиати. Такая цена. Кашбалдук. Вот. Чупра. Очень вкусная рыбка. 199. Такая вот рыбка. Такая рыбка. Ой, какая красивая рыбка. Какая красивая рыбка. Ну, такие цены вы видите, да? В Турции тоже можно купить закуску. Вот цены. Вот она как выглядит. Типа салатики, всякие соусы. Вот так вот они раскладывают. Можете купить на стол уже готовую еду. Здесь творог разный. Ну, я к молочке равнодушна, поэтому спокойно прохожу мимо. Спокойно. Оливочки. Оливочки я покупаю, я вам уже говорила, Вим. А вот здесь мои оливочки стоят 102 лиры за килограмм, друзья мои. Вот они, гриль. Очень вкусные. Рекомендую попробовать, кто еще не пробовал. Смотрите, даже мед в сотах продается. Цена 360, 590 грамм. Такие вот цены. Бежим с вами опять через дорогу, друзья мои. Все купила. Ой! Я такая смешная. Все, теперь иду домой, пообедаю. Дома у меня есть обед, уже готовый. И подумаю, может быть, сегодня испеку пирожочек. Моя любимая улица Университетская. Красота, да, друзья мои? Небо синее, пальмы зеленые, солнышко светит. Всем, кто сейчас смотрит мое видео, желаю хорошего настроения. Будьте здоровы. И подписывайтесь, конечно же, на мой канал, друзья мои. Ставим лайки. Каждый ваш лайк продвигает мое видео. Ждем, когда уже откроется базар на нашей Университетской улице. Друг на друга, да, друзья мои? Все разные. Девочки и мальчики, пусть ваши глазки радуются. Но посмотрите, какая красота! Какая красота! На прямом эфире вы меня так радовали. Поздравляли с наступающим Новым годом, переводили донаты. А Татьяна Токарева перевела мне донат на эстонский счет. Она всегда отправляет свои донаты мне на эстонский счет. Спасибо, Татьяна, вам огромное-огромное.
Я вас приглашаю к себе в гости. Я вам уже это писала, говорила. Так что выбирайте время и прилетайте. Буду рада нашему знакомству. Плюс 18 градусов, друзья мои, я просто спарилась. А у меня просто с учебниками сумка, здесь пакет с продуктами. Просто уже думаю, ну куда я? Вот сейчас сниму куртку, куда ее? Так что иду. А улица, утром было прохладненько. Вот. А сейчас плюс 18, очень жарко. Можно смело в одной кофточке. В одной кофточке. Мужчин вижу даже в некоторых футболках. Ну, наверное, они на машинах. Выскочат так в магазин быстренько. И снова в машину. Пока дошла до своей горочки. У нас здесь магазинчик, где я хлеб покупаю, друзья мои. Мне так захотелось холодного пива. И я вот... Видите, есть бутылочная, вот Эфес, это вкусное, 45 лир стоит. А я сегодня что-то захотела Бамонти. Так что вот возьму Бамонти, 51 лира стоит, такие цены. Эфес 42 лиры стоит, так что Миллер 52 лиры, видите, отсвечивают все холодильники. Так что... Это я пришла, сумки бросила, пошла, погуляла с Шанелькой. Смотрите, как встречает нас Тиша, король. Тишулечка, ты так облюбовал эту картоночку, да? И днем, и ночью на ней. Ну а что? Дешево, но комфортно. Упс, вам не видно, друзья мои. Сидят, сидят. Хлопцы сидят, ждут вкусняшку, друзья мои. Ой, такие смешные, сейчас дам вам. Знаете, я им в качестве вкусняшки, знаете, что даю? Сейчас покажу. Покупаю паштет. Ой, покупаю паштет, друзья мои. Из говядины. Я еще в Эстонии покупала эту фирму. Еще в Эстонии покупала эту фирму. Вот. Говядина. Видите? Видно вам? Нет? Феликс. И вот. Пиво холодное, холодное. Сейчас прямо налью. Пару глотков сделаю. Так, это я тарелочку до Шанелечки. Шанелечке тоже даю эту вкусняшечку. Ну, потому что ей тоже нравится эта консерва. Так-то они у меня все на сухом корме. Иногда я им даю паштет. Вот. Сейчас будете кушать. Сейчас вам будет вкусно. Любят они. Как хорошо дома. Все-таки какой я домашний человек, друзья мои. Вы не понимаете или не представляете. Мне сейчас, чтобы куда-то пойти, гулять, снимать для вас контент, вот честно, лень. А знаете почему? Потому что я сова, я не жаворонок. То есть для меня вот подъем утром очень тяжело. Господи, теперь я... Я, кстати, использую, режу ножничками. Вот салатик делала, когда девчонки у меня были на прямом эфире. Я делала свежий салат, использовала. Так, ну вот, хлопцам поменьше, Шанельке побольше. Потому что Шанельчика что-то утром не позавтракала у меня почему-то. Ой, где она сидит-то? Если бы вы ее видели, как она красиво сидит. Это сначала мальчикам я всегда даю. Теперь Шанельчики. Она всегда ждет. Ой, танцует, если бы вы видели, как она танцует. Ну, танцуй, покажи, как ты танцуешь. Как ты танцуешь? Крутись, крутись. Как она ждет. Пойдем, пойдем. Хлопцы уже едят.
Пойдем, пойдем, моя маленькая. Пойдем, пойдем, моя красавица. Пойдем, дам тебе паштетик. Давай тарелочку ту заберу. Ой, ну приятного аппетита тебе. И вот так вот хлопцы очень любят паштет. Красавчики. Ой, друзья мои, благодать дома. Это видно, Шанелька тут прыгала. Может, девчонки тут сидели на диване, они сейчас поехали. У нас есть еще один торговый центр, и там есть спортивный магазин. Маруся хотела себе футболку для спорта купить. Но, говорит, померила некрасиво, так что в другом магазине будем смотреть. Вот вам виды из моего окна. Сады. В садах работают люди. Но сейчас, наверное, обед или что, не вижу людей в садах. Вот. А вот деревня, где Марусина школа в этой деревне. Видите, какие? Одноэтажные. Там 2-3 этажа домики. Школа одноэтажная, друзья мои. Коридоров нету. На перемену ребенок выходит на улицу. Дождь, снег, солнце, а ты иди на перемену на улице, сиди на скамеечке. Ну, там есть веранда такая с крышей, столы, можно кушать. Хочу вам похвастаться, у меня в гостях была Маша с Костей, и они в турецком магазине купили вот такую вот колбаску салям. Принесли, меня угостили, друзья мои. Это божественная колбаска, она куриная. Но, ой, ну очень вкусно, особенно с пивом. Вот чипсы, колбаска, пиво, вообще супер. Я сейчас налью себе бокал. Не хочется обедать, потому что, во-первых, еще только около 2 часов дня. Я всегда у вас кушаю только 2 раза в день, и обычно в 5 вечера, вот так вот. А от жары так захотелось холодного пива. Я себе колбаски вот так вот на закусочку нарежу, остатки сладкие, с удовольствием сяду, помонтирую видео для вас, вот, посмотрю YouTube. Это мои котики. Так что будет мне вкусно. Будет мне вкусно. А вот и Наташенькин подарок пригодился. Посмотрите, лепота какая, какая лепота. Подносик. Классный, да? И на свой любимый диванчик. Так, Шанелечка, это не тебе колбаска. Так вот поставлю. Здесь лягу. Ножки вытяну на подушку, чтобы не затекали. Здесь еще Шанелька всегда лежит рядышком. И буду монтировать видео. Колбаска очень вкусная, реально, друзья мои. И пиво, кстати, очень давно не покупала Бомонти. Ну, вот летом покупала, а зимой мне и не хотелось пива. А сегодня что-то так взмокло, что захотелось. Ой, божественно, прямо аж... Ваше здоровье. Ваше здоровье. Оно такое, видите, без фильтров, как я говорю, без фильтров Бомонти. Сейчас колбасочку. Колбасочку в ротик. Как же мне вкусно. Я у вас гурман, друзья мои. Я у вас, походу, гурман. И Шанелечке чуть-чуть дала колбаски. Ну, а как же, любимочки мои. Косичку я Маруся заплела. О, хорошо. Рыжуля, ты что, не наелся, что ли? А, Рыжулечка, ты не наелся, что ли? Ку-ку. Ку-ку. Ты где, красавчик? Рыжулик. Кс-кс-кс. Босс мы его называем. Его любят все. И Леночка любит Рыжика. И Иришка любит Рыжика. И Наташа полюбила Рыжика. Да, Шанелечка? Все Рыжика любят.